хорошо чувствовала, это была моя среда. И самое главное, что я имела вот как контакт с публикой. Да, вот до сих пор уже восторг, прошло, да, уже с 9-го года я не веду эти встречи. Но вот столько лет иногда мне звонят и говорят: Татьяна Георгиевна, а вы что, уже совсем не ведете такие встречи? Люди помнят, потому что были неожиданные и совершенно, даже живое, понимаете, что самое главное, живой разговор, живое, да. Живой разговор, беседа, не просто беседа, лекция, и не только музыка, и живопись, и поэзия, все это было в одном. И когда сам творец говорил, сам говорит, он совсем по-другому, да, энергетика идет, чем просто, да, лекции. Почему Бетховен сочинил, да, вот так, да, а Моцарт вот здесь, ну, вот, да, так, да, потому, да, что вот я понимаю, как композитор, я понимаю, вот, смысл.